Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите замечательную программу. Сегодня у нас летний эфир. Сегодня пятница, а после этого у нас сколько? 2 дня отдыха. И понедельник снова трудовые будни. Но ничего, мы не сдаемся. Смотрим наш прекрасный эфир. И у нас очень много интересных гостей. Итак, вы готовы? Я готов. Поехали. Встречайте Киджа. Живой буду жить твоими мечтами. Мы с твоей это не поменялись местами. Вот иди к лесу, я теперь полностью твой. Крепко прижимаю твои нежные ручки. Я прошу, стань моей женой, я молю. Стань моей судьбой, мой кайф. Доза моей жизни — это ты. Я рядом всегда. Я летаю, когда ты рядом, я просто таю. Все мысли в голове только о тебе. Буду я рядом всегда. Киджа! Большое спасибо, но мы не завершаем наш эфир, это только начало. Итак, я бы хотел бы представить нашего гостя. Это просто бум, это просто бомба, одним словом. Инстаграмная бомба. Вы, наверное, все видели в Инстаграме, где он читал и очень красиво все это делал, музыкально и душевно. Это Киджа. Представлю его. Субудай Айи Арчилан Джулустан Уола. Правильно я сказал? Да, правильно. Очень приятно, что вы пришли к нам. И, как мне сказал сам Киджа, это его первый прямой эфир. Так что мы будем стараться по полной программе. Ну что, мы будем стоя разговаривать, Киджа. И у меня такой вопрос сразу же возникает. Вот расскажи о себе, пожалуйста, нашим поклонницам и поклонникам вашего творчества. Меня зовут Субудай Айи Арчилан Джулустан Уола. Я родился в городе Вилюйске, поселок Сыдыбыл. Я там школу закончил, я там вырос. И вот недавно приехал в Якутск. А творчество ваше, получается, с какого года началось? 2014 года. Да? То есть как это все? Кто вас побудил к этому? Может, до этого вы смотрели знаменитых, популярных людей всего мира, легенд? Например, как Боб Марли? Боб Марли, я смотрю на фанатов. А после этого как все? Как случилось? Я помню, до эфира Киджа мне рассказал, что, оказывается, девушка. Да. Да вот расскажи, пожалуйста. Я до этого как бы пел рэп просто. Встретил одну девушку, и она была фанатка Боба Марли, а я слушал Боба Марли. И я как бы трек видео выпустил. Раньше это было, сейчас его этого видео, походу, нету нигде. И это видео ей понравилось, и мы с ней познакомились потом. И все. Вот, и она пробудила во мне Боба Марли. А как зовут эту девушку? Возможно сказать имя? Айталина. Фамилию не говори. Айталина. Ну, большое спасибо, что вы создали вот такого прекрасного человека и артиста, главное. Ну что, Киджа, да, у меня такой вопрос еще возникает. Все-таки у тебя рэп больше, потом все-таки после рэпа регги. И у тебя сколько песен, треков? Песен, наверное, сольных есть 5 штук, что ли. Ты уже выступаешь на гастроли? Пока одна. Гастроли. Я вот звонил вчера, то есть писал Марии, вашей сестре, получается. У вас нет телефона? У меня нет телефона. Почему у вас нет телефона? У меня телефона нету, потому что телефон — это насилие, это рак. Вот так вот, дорогие телезрители. Вот.
А, и все-таки вы еще не едите мясо? Я не ем мясо, я вегетарианец. Uh-huh. Я ради добра на все, что угодно готов. Ну, также я... знаю, что до прямого эфира вы мне тоже сказали, что вы все пробовали в своей жизни. Да. Были и плохие моменты, но сейчас вы только на светлую сторону. Да. Uh-huh. Менять себя можно же. Надо... Хочешь поменять мир, начни с себя. Цитата. Мощь. И давайте мы сейчас посмотрим отрывочек и ваше выступление, где очень много фанатов. И все они гудели и кричали. Вот, например. Это где вот это кафе? Это кафе. Кафе не, да, получается? Да, меня позвали. Это сзади мой друг Диман. С которым постоянно выступаете? Да. Мы с ними начали. Не, ну мощно. Качаете народ, качаете. Сейчас там живого музыки не хватает. Mm-hmm. Сзади музыканты были бы. Ну, вообще тема. О, народу-то, а? Пруд-пруди. Не, ну народу пруд-пруди. Это к Фене. И что за мероприятие? Это ихняя какая-то пати была. Uh-huh. А вот мы ждем, когда же у вас будет вот концерт? Чтобы мы сольный все именно? Да. Сольного именно. Я сейчас должен делать альбом. Много работы ждем. Много работы, да. Ждите, будет. Обязательно придем. И, Киджа, да, вот интересно еще узнать. Все-таки регги. И люди знали тебя, все-таки некоторые, но это меньшинство. Но после Инстаграма, когда ты сидел за рулем и читал, вот после этого сколько людей тебе написало? И популярность так резко тебя как-то не смутило? Смутило чуть, конечно. Угу. Ну, а пока... Ну, пишут люди, я отвечаю, пытаюсь ответить всем, как бы, не игнорировать им. А так, на комментарии не смотрю. Угу. На позитивные, может быть? На позитивные, конечно, от души всем благодарен, кто отнесся к этому, как бы, хорошо. И вот еще, да, все-таки, когда до репетиции, ну, получается, когда репетиция была у нас сегодня, ты сам сказал об этом, что почему-то все люди спрашивают, а ты одежду меняешь или нет? Да, я меняю одежду. Я поменял одежду за одну неделю 3 раза. И им, походу, чтобы я каждый раз менял одежду. Да, ну мы же мужики, ребят, ну как так? Для нас это нормально, как бы, менять 3 раза, даже много, да? И вот все-таки я твое видео показал, помнишь, вот концерт был Джа Калиба? И он посмотрел твой ролик и сказал, что да, он был удивлен. У тебя флоу, у тебя все на свете, это мощь. И дальше развитие твое где? В республике или за пределами республики? В республике и за пределами тоже. Куда хочу, именно? Чтобы у нас слушали. Везде. Везде, да? Везде. Ну, а так ты хочешь куда-то? У кого есть уши, чтобы все слушали. И клип будет? Клип, есть план, вот, есть план. Но пока ничего пообещать не могу, ждите. Хорошо. Ну и все-таки, наверное, все девчонки хотели бы спросить, ты свободен сейчас? Я? Холостой? Активный? Сейчас у нас трудности. Трудности, да? Хорошо, но об этом мы не будем говорить. Ну что, дорогой, покажи нам вот этот класс регги. Давай. Давай. Все ждем. Мы хотели бы это в прямом эфире услышать. Нормоз кунуран сынатым, олохпын сыналак бейсанатым, хэн он намин бейлэх кадеха, гарганилер дэнеха, байгу долгам сирбака, олхулернан олохпудын гергадеха, сухо гэхэнэн кэскэлэ тэрнеха, гэнчэрэ чэду вэскэтеха, тапталу купутугар ингэреха, яга дэнеха, юэлэргэ бирге, сетихэн кэдэха, сюрэх сюрэха, истинэ сипсия, сюрэх сюрэха, истинэ сипсия. Истинный сипсия, я бар булом, а ты гармин бар булом, бар булар, а ты баром бар булар, бар булом, а ты гармин,
болом от тебя, хая до тюга не бар болар от тебя. Сыжаер сердик егер бар болар атты бар. Эм, бар болар атты бар. Доқсын алығым мен көрдергер. Бітәкді тұмар әдем, мен әйен әбінден. Ана күскі олық бұтығар әме болық бұдеген. Бітәкді тұмар әдем, мен әйен әбінден. Ана күскі олық бұтығар әме болық бұдеген. Мен әбіралым мені дес анам. Сұрты кәтала харада алағам. Ән атым, күн атым, мен қарыс қалым. Қарыс түрмеген қарыңаттан. Сүріқ бәр кеті қылжығым қаннады. Ән онна мен көтәбет қойарға. Таппалған тез бүтім айыр уаққа. Ән ұстыма, ұмылыма, қарыс тербін ұмнума. Көрмеген үлімді тілегім. Сен берем мен сол бұн сердегін. Білегін деп әрем әппен мен әрпен. Итеғай әргем неге дөр әппетін. Испәр үтепін, көжіп бүтін. Сүріқ пен әнаным өмітің мін. Бұн кергетеғін, ұлы емей тағай берілігін. Әмен жылға бұн кергетеғін, де ұлы емей тағай берілігін. Әмен жылға бұн кергетеғін, ұлы емей тағай берілігін. Әмен жылға бұн кергетеғін, ұлы емей тағай берілігін. Бар болом аттыға, мен, бар болом аттыға. Қаяда түгенге, бар болар атты бар. Ән, бар болар атты бар. Доқсын ұлығымның күрдергәрі бар болом атты. Мен, бар болом атты гар. Сыжаер сырдыге егер. Бар болар атты бар. Ән, бар болар атты бар. Доқсын ұлығым мен күрдерге. Может, они захотели это услышать. Вот это да, вот это да. Ничего себе. Но все-таки интересно, это же был другой трек. Не то, что мы хотели показать. А можно вот сейчас сходу, сразу же? Коротко, 5 секунд. Давай. 5 секунд. Можно. У нас очень мало времени. Можно? Давай. Киджа. Хама бутылок чарас мунир дюне. Сарана нюктанын. Бысты барты балы бупы жылға бұт бөтінін. Ән мен жалнан ара бүрінін. Баға санағын өтіктен көліктін сол бұян. Олыра мен бігін рәсулы тар уату аттынан. Сығаны сөргөтен сол жамы ямар дөгінен. Жақтан жаттанын балайтан жылғай боламат бүйттін. Бұй хата кенімеген тапталынын күн аттан. Көте бітсе кәрбінен күн мати бар ойдара. Күн мати бар ойдара. Күн мати бар ойдара. С вами Киджа. И мы встретимся после рекламы. Никуда не уходите. Большое спасибо, Киджа. Браво. Большое спасибо, что вы остаетесь с нами. Да, у нас очень много интересных гостей. Киджа уже все, ушел, но мы еще встретимся и обязательно сделаем сюжет про него. Ну, а теперь у нас следующие гости. Это, как вы думаете? Да, можно просто сказать. Это завод. А завод вы знаете правильно. Там Нюргена Яковлева, там Лил Ди, там Кюбье, там Виталина. А вот они здесь. Встречайте. Ну что, как у вас дела? Все нормально? Все очень круто. Все хорошо? Ну, успели слова. Богу, на прямой эфир. Большое вам спасибо. И вот расскажите, после выступления, где выступали сегодня? Мы сегодня выступали на корпоративе. Да, ну не будем говорить там, где именно на корпоративе. Хорошо, вот интересно спросить, у вас будет лагерь. Вот какой лагерь? Да, этим летом мы устраиваем лагерь. Раньше сначала летний будет, ну, дневной здесь, в Якутске. А потом мы поедем по улусам. Раньше какие дети, улусы, интересно? Улусы Сунтарский, Нюрбинский и Вилюйский. Вилюйский. Как это все будет проходить, расскажите нам более подробно. Мы будем ездить по улусам, ну, и в конце лагеря, ну, будем... Лагерь будет проходить. В конце лагеря у нас будет концерт отчетный. И наши дети, которые у нас ходили в лагерь, будут тоже с нами выступать, участвовать, принимать участие. А в какое время это все будет проходить? Вот интересно. Дата известна? С июня. Середина июня до середины июля. Вот во время эсэхов мы будем там. Преподавать, да. И на эсэх тоже выступать, наверное.
И также я знаю, что вы участвовали на чемпионате России. Да. Ага. Это в Москве? Хип-хоп. Да, это Hip-Hop International. Мы каждый год принимаем участие. Каждый год мы принимали участие в категории Varsity. Uh-huh. Это взрослая категория. И в этом году... Это подростковая категория Varsity. А, извините. И в этом году мы впервые приняли участие во взрослой категории. Adults. Дорогие, давайте я вас перебью чуть-чуть, хорошо? И мы посмотрим сюжет, который вы нам отправили. Да. Ощущение, как будто я сам побывал там и потанцевал с нами. Сколько человек, кто участвовал, весь основной состав был там? Да. Человек 6. 6. Ага. Это вы вдвоем. Это... Диана. Нет. Аня. Я. Ага. Диана, конечно. Диана. Ага. Наш тренер Андрей. Андрей, Гурович. Знаем. Ага. Серго. Серго. Серго, молодой человек, да? Да. Ага. И Айхал. Айхал. Да, и еще одна девочка была у нас. Ну потом, да, это секретная информация. Хорошо. Ну, все-таки интересно, вы какое-то место заняли? Из 40 команд, примерно из 40 команд, мы заняли 7-е место. Попали в финал. Очень круто. Вот, это для нас большой успех. Конечно же, опыт. Это же первый раз. Во взрослой категории, поэтому, да. А кто занял первое место на чемпионате России? Первое место заняла Ухта. Ухта. Ага. По-моему, они на России, да, выступали? На России, ну, вот на телеканале «Россия», как помню. Ой, я точно не помню. Да? Ага, Виталина, а сколько лет вы занимаетесь танцами? Просто я вас вижу первый раз. Да, я типа новенькая. Типа новенькая, да? Два года почти что. Ну, в этом году будет 2 года. А получается, как вы пришли? Вы до этого танцевали в других коллективах? Нет. Я поехала вместе с заводом в лагерь. Это было в Корее. И там... Лагерь был в Корее? Да, в Сеуле. Круто. Кстати, в этом году тоже будет лагерь. Вау. В Сеуле. Так что... Вот. Ходите к нам. Меня пригласили в кастинг, и я пришла, и меня взяли. Вот, Кюбия, ты человек-профессионал в этом, да, получается, все различные направления, стили. Скажи, пожалуйста, да, про Виталину. Какие направления она лучше делает, а какие-то, ну, надо еще учиться. Она у нас... Как профессионал, скажи, да. Не как друг. Давай. Как друг? Не как друг. Не как друг. Ладно. Ну,
Она, в принципе, быстро схватывает все на лету, и у нее больше хип-хоп получается, конечно. А батлы у вас бывают, вот, когда никого нету? Да, когда мы сами тогда на тренировках. Когда руководителей нет, глаза закрываете и начинаете делать батлы. Мы батлимся друг с другом, тренируемся так всегда, каждый день, каждый. Но пока Виталина не побеждала, как я понял. Ну, я побеждала однажды, Серка победила однажды. Также я знаю, что мне по телефону сказали, вы знаете кто, да, это Нюрген Яковлева, сказала, что вы делаете новый клип. Да, у нас есть второй основной состав. Это малыши, маленькие девочки. Вот, и мы скоро выпустим новый клип. Через две недели сможете увидеть на НВК. По телеку. По телеку? Да. В НВК, да? Получается. Да, интересно. Это через две недели ровно получается. Даже, ну, практически, да, через две недели. Презентация нового клипа. Все отсняли, все записали, и сейчас. Скоро делается. Также у вас новый сезон получается, и вы набираете новых учеников, воспитанников. Да, в сентябре будет. А в сентябре только будет. Да, в сентябре будет кастинг. Ну, как каждый год, мы каждый осень набираем детей. Вот. И кастинг у нас будет осенью. Например, вот сейчас вот наши телезрители скажут: о, я хочу своего ребенка привести к вам. Вы можете записаться в лагерь. В лагере мы тоже танцуем каждый день. И развиваемся, конечно, и с другой стороны. А сколько стоит? Вот я всегда хотел спросить, да, сколько стоит? У нас дневной лагерь, который будет вот со 2 по 8 июня, стоит 8500 тысяч. Ну, в принципе, нормально. В принципе, там же хорошо, все входит. Да. Все входит. Да, конечно, и все входит. И проживание, еда. Это дневной лагерь. Это дневной. Без ночевки. С утра приходим, и вечером, как бы, после мероприятий, после всего. А сколько дней, вот интересно? Неделю. Неделю? Неделю будет. Неделю танца, веселья. И, вот. Да, и будем получать только самые позитивные эмоции. Ну, и я тоже хочу получить все-таки... вы не каждый раз приходите, вы уже поняли, да, что я хотел сделать. Наверное, будет мастер-класс. Давайте. Мастер-класс. Давайте. Ну, давайте, у меня получится или нет, не порву ли я что-то, надеюсь, нет. Надеюсь, нет. Так, ну вы с микрофонами, да, будет, вам удобно? Ну, первое движение будет... Я буду повторять, я на лету все беру. Первое движение будет такое. Раз, два, три, четыре. Крутим. Крутим руки. Раз. Вау, пятница, и качаем, дорогие. Качаем. Качаем правый. Качаем. Левый. Да. И все. Второе движение. Прокачался. Бум. Делаем слайд. Хоп. Назад. В сторону. И делаем хоп. Хоп. Бум. Как динозавр, да. И качаем назад. Опа, назад. Вот так вот. Назад, вот, да, назад. Да, главное от души. И потом делаем раз. Так, левый. Левый. Правый. Правый. Наверх. Наверх. И бум. Бум. Баунс. Бам. Еще раз. Левый. Так, левый. Правый. Правый. И да. И тигр, да, получается? Да. А теперь, наверное, все вместе, да, все круто, если у нас есть время. И 6, 7, 8. Раз. Нет, я думаю, вот это будет. Качаем, да? Давай, еще раз. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре. Слай. Бум. Окей, речь. Оп, я смог. Шаг. Вот это я могу. Кач. И потом. Раз, два. Шик. Баунс. Раз, два. Поза чуть-чуть мешается, но я старался. Молодцы. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Чуть-чуть разминочку получил. Сегодня же пятница, дорогие, надо отдохнуть как следует. Так, ну, у нас еще есть время. Время. И я бы хотел бы спросить еще, а самый старший, можно сказать, пожилой воспитанник присутствует, который пришел вот сам, нет, сам пришел, новичок, и хотел бы заниматься у вас? Конечно, есть такие люди. Которым, не знаю, 40 лет. Пока нет таких. Нет, да, но я скоро буду. Я приду к вам, Ну что, большое спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо, что вы пригласили. Да, и мы ждем лагерь завода. Приходите. Вы смотрели летний эфир. И, конечно же, хороших вам выходных. И мы танцуем, ребята. Танцуем. Отлично, балдеж.